Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Передо мной находится устройство Dudji V20. И сейчас я покажу вам, как на данном устройстве сделать сброс сетевых настроек. Для этого мы открываем приложение настройки, после чего проходим вниз, выбираем систему, нажимаем дополнительно сброс настроек и нажимаем сброс сетевых настроек. Нажимаем сброс сетевых настроек, вводим пароль для подтверждения действий и нажимаем «Да». И таким образом сетевые настройки сброшены. На этом все. Спасибо за просмотры, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.